Всем привет, друзья! Хорошего вечера! Дима, Даниэль, еще раз всех израильтян, евреев мира с праздником Суккот. Ну, в общем-то, видео, в принципе, немножко не об этом, видео ни о чем. Провел определенное количество дней в Израиле, у себя дома. Здесь сейчас живет мой младший сын Стивен. Замечательно. Дом полностью в чистоте, сын молодец, встретил папу прекрасно, полным порядком, ну, это очень порадовало. Ну, в общем-то, есть чем гордиться за наших детей, увидел своего внука, порадовался, так что теперь я уже дедушка. Правда, друзья, честно говоря, это я не очень ощущаю пока что, ну и это ощущение, конечно же, придет. Оно придет. Вот. И послезавтра я уже еду, наверное, я могу сказать, к себе домой, в Болгарию, в Скалску. Все-таки сейчас уже сложно сказать, где дом. Потому что дом в Израиле, дом в Болгарии. Ну, решительно мы со Светланой решили. Первую зиму мы ночуем и живем в болгарском селе, в Скалску. Я не считаю, что это какой-то экстремал, это не экстрим, мы полностью готовы, у нас все подготовлено. Теперь у нас даже уже целая половина крыши, ну, система термопомпы, воздух, вода, я не знаю, как это все работает. Кухня с Божьей помощью закончится на днях, ну, не на днях, но насчет на днях это вряд ли, потому что завтра... доделают верка с Божьей помощью, а потом это еще продолжение следует. Нужно покупать, ехать раковину, кран и посудомойку. Ну, в общем, это уже будет отдельное, конечно, видео. Хочу подвести некоторый итог своего нахождения в Израиле. Израиль я очень люблю. Я патриот. И мне многое, что нравится в моей стране. Я всегда считаю, что Израиль – это моя страна. Я никуда отсюда не уезжал, я никуда отсюда не уеду и никогда не забуду эту страну, которая принесла мне, дала мне море положительных эмоций, море опыта, да вообще много всего. Израиль это для, лично для меня, это дом, который останется навсегда, и я никогда не порву концы с этой страной. Это однозначно. Когда многие спрашивают, куча людей, они говорят, все, Дима, ты переехал. Ты никогда, нет, друзья, никуда не переехал. Я буду сюда приезжать по мере возможности к детям, к внуку, в свой дом. Увидеть дорогую тетю Любу в Хайфе, увидеть своих друзей. Друзья будут приезжать ко мне, друзья. Эмиграции нет, репатриации нет. Не путайте, пожалуйста, покупку дома и проживание полностью законное на территории Болгарии с визой Д и с ВНЖ на обрыв концов и переезд. Нет, не так. Здесь я так не смотрю. В любой момент мы садимся на самолет, мы прилетаем, берем с собой собаку. Кошек мы, конечно же, не бросим. Все нормально, все в порядке. Поэтому какие впечатления у меня были от этих 8 дней в Израиле? Положительные, отрицательные. Ну, из положительных эмоций, конечно, я увидел сына, я увидел внука, я увидел второго сына, Андрюшу. Это положительные эмоции, конечно, это полностью позитив. Я повстречался со своими друзьями. Коротко, надеюсь, мои друзья приедут ко мне в Болгарию, потому что билеты лоукост стоят дешево, а если лететь без чемоданов, это стоит еще дешевле, поэтому в момент не сезона, друзья, приезжайте, я всем рад и всегда готов встретиться и принять и рассказать о Болгарии, показать вам. Это касается только личных друзей, естественно. Вот. Что нет? Что не понравилось, что мы можем сравнивать. А сравним мы, конечно, сразу же погоду. Сразу же мы попадаем, я попал во влажный климат Ашкелона, который я почувствовал, даже во влажный климат Израиля, который я почувствовал, как только я сошел с самолета. Вроде сейчас не жарко, но, ребят, очень жарко и влажно, это сразу ощущается после Болгарии.
очень ощущается после Болгарии переход погоды, когда в селе ты выходишь, открываешь дверь, у тебя прохлады, у тебя воздух. Здесь, ну, не знаю, когда жил, не замечал. Замечал. Включал кондиционер. Ну, чтобы вы понимали, у меня кондиционер вот сейчас работает 24/7. Я сплю с кондиционером. Я встаю, включаю кондиционер. И я его потом перехожу в салон, там включаю, в комнате выключаю. Потом иду ложиться спать, выключаю в салоне, включаю в комнате. Потому что, к сожалению, наш район, он закрыт. Вокруг люди построили вторые этажи, и движения воздуха нет абсолютно, от слова абсолютно. И воздух не гуляет, душно, влажно, тяжело. Кому-то нравится такой климат, на здоровье, пожалуйста, мне нет, и от этого мы, наверное, ушли с покупкой дома в Болгарии. Да, воздух, природа, дышать, конечно, в Болгарии легче, приятнее и спокойнее. Спокойнее в каком плане, не знаю. За этот период времени у нас в Ашкелоне ничего не произошло. Слава Богу. Ни одной сирены, ни одной ракеты. Это обычная жизнь прифронтового города рядом с сектором Газа, 14 километров. Сейчас тихо, потом опять что-то и полетели. Ну, думаю, жители Украины знают, что такое прилеты. Мы тоже знаем, что такое прилеты в Ашкелоне, поэтому эту тему обсуждать сейчас не будем. Слава Богу, было полностью тихо. Что еще? Что опять же удивило? Ну, конечно же, пробки. Машины на дорогах, дикое движение, что в Болгарии нету. И что меня очень и очень радует, когда я еду по Габрово, когда еду по Болгарии. Это спокойствие, это не напряг на дорогах. Мне это очень нравится в Болгарии. Но опять же, это не тот критерий, который может служить для переезда в другую страну. Еда. Ну а что еда? Я не увидел каких-то изменений цен в Израиле по поводу еды. Я не ходил в супермаркеты. Я много чего не покупал. Но давайте сразу же обговорим, что болгарские помидоры – это болгарские помидоры. И мы не будем здесь ставить преимущество, что мы все прекрасно знаем ответ на этот вопрос, где вкуснее фрукты и овощи. Конечно, в Болгарии. Про цены говорить не будем. Зачем? Это вкуснее в Болгарии. Что еще? Наверное, да я даже не знаю, что наверное, в общем-то. Конечно, я скучаю по собаке, по Бамбе моей, моему лабрадору. Я скучаю по двум своим кошкам. Это Маруся и Люся, конечно. Ну, а естественно, я скучаю по своей дорогой жене Светлане, Свете, которая за меня там борется со строителями и решает эти вопросы. Потому что мы говорили вчера со Светой, она говорит: Дима, если бы ты был, ну, это, наверное, все. Ты бы их выгнал через 15 минут с твоим характером и с твоей пунктуальностью. Я говорю, поэтому, Светочка, я и здесь. Поэтому на такие проекты, когда нужно ремонтировать что-то, я буду просто уезжать, потому что я испорчу, я переругаюсь. Ну, я достаточно требовательный человек, и в делах со мной очень сложно спорить и перебороть меня. Ну, в общем, значит, Света решила все вопросы без меня. Молодец, огромное ей за это спасибо. Вот, что еще? Да я даже не знаю. Израиль, дом, прекрасно, хорошо. Но уже хочется на базу в Скалска. И послезавтра я с Божьей помощью там буду. Хорошего вечера вам, друзья. Хаг Самех, Хаг Суккот Самех. И всем неевреям хорошего дня, хорошего вечера, позитива, друзья, здоровья, удачи и любви. И, как говорят в Болгарии, в сичку шебденарет. Все будет хорошо. Шелехам эрефтов.